Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, поговорим о признаках присутствия в доме ангела-хранителя. И обращаю ваше внимание, очень важные признаки, на которые многие люди почему-то игнорируют. А наоборот, это подсказки, это знаки от вашего ангела-хранителя, когда у вас что-то в будущем будет происходить или хорошее, или наоборот, это предупреждение о том, на что вам стоит открыть глаза. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и научитесь использовать эту информацию. А прямо сейчас, друзья, в комментариях напишите слова благодарности своему ангелу-хранителю. Просто напишите «Благодарю, мой любимый и дорогой ангел-хранитель». Возможно, в этот момент у вас появятся и другие слова. Обязательно прописывайте. Ангелом-хранителем будет приятно. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, ангелы-хранители – это невидимые, но всегда присутствующие существа, которые заботятся о нас, направляют нас на правильный путь и оберегают от опасностей. Когда мы находимся дома, мы можем ощутить их присутствие по различным знакам, сигналам. И очень важно знать эти признаки, по которым вы можете определить, что ангел-хранитель находится рядом с вами. И первое – это обнаружение перьев. И вы знаете, это один из самых необычных и вдохновляющих признаков, которые указывают на присутствие ангела-хранителя. Вы знаете, перья, особенно разбросанные в неожиданных местах, это могут быть как внутри дома, на улице, это ассоциируется с высшими уровнями духовной коммуникации. А это может быть знаком поддержки, утешения или напоминания о том, что вы не одни. Эти знаки могут проявляться и в моменты, когда вы чувствуете себя уязвимыми, нуждаетесь в поддержке или ищете ответы на важные жизненные вопросы. Если перо появляется в местах, где его быть не должно, ну, например, в закрытых помещениях, в углах, куда трудно что-либо занести случайно, это говорит о том, что это точно подсказка или знак от вашего ангела-хранителя. Цвет пера также имеет значение. Белые перья ассоциируются с чистотой и духовностью, черные – с мудростью или защитой. А цветные перья могут соответствовать различным аспектам вашей жизни. Это может касаться вашего здоровья, отношений или эмоций. Чувства, которые вы испытываете при нахождении пера, также могут и многое рассказать. Часто присутствие ангела вызывает чувство тепла, умиротворения или даже радости. Если вы увидели перышко, обязательно поблагодарите ангела-хранителя за то, что он вас поддерживает, охраняет и оберегает. Это может быть просто тихое слово благодарности, но оно может укрепить связь с вашим ангелом-хранителем. Далее еще одним признаком присутствия в доме ангела-хранителя является находка монет. Найденные монеты в неожиданных местах могут быть тонкими, но мощными сообщениями от ангела-хранителя. Часто такие находки напоминают о необходимости обратить внимание на финансовые дела или же служат знаком поддержки в сложные времена. Монеты, привлекающие внимание особыми деталями, такими как дата выпуска или какой-то уникальный рисунок, могут нести в себе особое послание. Дата может совпадать с важным событием в вашей жизни или указывать на определенные ангельские числа, которые имеют особое значение. Часто на монетах могут быть и повторяющиеся числа, которые называются в ангельской нумерологии зеркальными часами и числами. Эти числа могут служить напоминанием о том, что ангелы поддерживают вас в текущих начинаниях или предостерегают о чем-то важном.
Монета, которая вызывает у вас сильные эмоции или внезапно привлекла ваше внимание, может быть знаком того, что ангел-хранитель хочет обратить ваше внимание на определенные аспекты вашей жизни. Далее пуговицы. Пуговицы, обнаруженные в неожиданных местах дома или на улице, могут быть тонкими посланиями от ангелов. Эти маленькие предметы, казалось бы, простые и неприметные, но они могут нести глубокий смысл, особенно если они появляются в моменты, когда вы ищете ответы или нуждаетесь в поддержке. Пуговицы с разным количеством отверстий могут иметь для вас особое значение. Например, пуговица с четырьмя дырочками говорит о том, что в вашей жизни идет стабильность, и ангелы-хранители оказывают вам поддержку. Ну а пуговица с двумя дырочками напоминает о единстве и целостности вас и вашего ангела-хранителя. Цвет также может играть значительную роль. Ну, например, белая пуговица символизирует чистоту и новое начало, черная – защиту, ну а красная – энергию и страсть. Материал, из которого сделана пуговица, также имеет значение. Металлические пуговицы указывают о том, что в вашу жизнь идет стабильность. Если мы говорим о пластиковых, то это говорит о том, что вам нужно научиться адаптироваться к тем или иным условиям. Ну а деревянные, это говорит о том, что вас поддерживает земля и земные энергии. Это очень важно. Поэтому, что сделать с такой пуговицей? Вы можете создать амулет. Возьмите такую пуговицу и проденьте через нее красную нить, которая будет символизировать защиту и энергию. И завяжите три узла для усиления магического эффекта. Носите такой амулет с собой для поддержки и защиты от вашего ангела-хранителя. Далее облака. Облака могут стать не только объектом вашего восхищения, но и средством коммуникации между вами и вашим ангелом-хранителем. Подобно древним преданиям, где облака были мессенджерами богов, современные ангелы также используют их для передачи сообщений. Облако часто принимают формы, которые напоминают животных, предметы или даже людей. Например, видение облака в форме сердца может быть знаком любви и поддержки от вашего ангела-хранителя, а образ орла может символизировать силу и мужество. Направление, в котором движутся облака, также может нести в себе очень важное значение. Облака, которые движутся с востока на запад, означают новые начинания и важные изменения, в то время как облака, которые двигаются с юга на север, предвещают испытания, которые приведут обязательно вас к духовному росту. Цвет облаков также имеет значение. Белые облака ассоциируются с чистотой и новыми возможностями, тогда как темные или серые облака предупреждают о предстоящих трудностях. Далее внезапно налетевший ветерок. Иногда самые необычные и непредсказуемые знаки могут прийти к нам в форме едва уловимых природных явлений, такие как внезапный ветерок в помещении, где нет сквозняков. Это может быть мощным сообщением от вашего ангела-хранителя. Здесь очень важно уметь интерпретировать такие сигналы, чтобы понять, что именно пытается сообщить вам ваш невидимый защитник. Если вы чувствуете холодное дуновение ветра в закрытом пространстве, это может быть знаком неодобрения или предупреждения. Возможно, ваш ангел-хранитель хочет, чтобы вы остановились и переосмыслили свои текущие действия или решения. Это время, чтобы задуматься о своих поступках и, возможно, изменить курс в сторону более морального и безопасного пути для вас. Наоборот же, теплое прикосновение ветра в закрытом помещении служит утешением и подтверждением того, что вы на правильном пути. Это может быть знаком поддержки и одобрения от вашего ангела-хранителя. Такие моменты часто сопровождаются чувством спокойствия и уверенности. Далее двойная радуга.
Встреча с двойной радугой – это не просто восхитительное природное явление, но и глубоко символический момент, который многие считают знаком от ангела-хранителя. Появление радуги уже само по себе является метафорой мира и надежды, а двойная радуга усиливает это послание, делая его еще более значимым и личным. Часто радуга воспринимается как ответ на молитву или знак того, что небеса слышат ваши просьбы. Двойная радуга удваивает это послание, подтверждая, что ваш запрос не только услышан, но и что вы получите более чем один ответ или благословение. Если радуга появляется после вашей молитвы или в момент душевной нужды, это может быть знаком того, что ваш ангел-хранитель находится рядом, тем самым обеспечивая поддержку и защиту. Двойная радуга усиливает это ощущение, символизируя дополнительную поддержку и уверенность в том, что вы находитесь под надежным небесным покровительством. Далее звон в ушах. Звон в ушах – это явление, которое многие из нас могли пережить. Часто это воспринимается как какое-то медицинское неудобство или случайность. Однако этот звон может иметь и глубокое значение. Мягкий звон или шелест в ушах может быть звуком крыльев ангела-хранителя, который находится рядом с вами. Это говорит о том, что вы не одиноки, что высшие силы охраняют ваш путь. Если вы испытываете звон в ушах, возможно, это способ вашего ангела-хранителя передать вам сообщение, так как человеческий разум не всегда может напрямую интерпретировать эти сообщения. Они передаются через звуки, которые можно почувствовать на подсознательном уровне. И звон в ушах может быть и знаком того, что ваша духовная чистота находится в гармонии с чистотой ангелов и Вселенной. И это указывает на то, что вы на правильном духовном пути и что ваши усилия по духовному развитию начинают приносить плоды. Далее приятный аромат. Это один из наиболее волшебных и удивительных способов, которым ангел-хранитель может сообщить о своем присутствии. Это через внезапно возникающие приятные ароматы. Этот феномен, известный как ангельские ароматы, может проявляться в самых неожиданных местах и моментах, принося чувство умиротворения и радости. Часто эти ароматы появляются, когда нет очевидного источника. Например, запах свежесрезанных цветов в зимний день или аромат ванили, когда в доме нет выпечки. Это может быть явным знаком ангельского присутствия. Ароматы могут возникать и в моменты, когда вы чувствуете себя уязвимым, когда вы нуждаетесь в поддержке или просто задумываетесь о высших силах. Это может быть знак того, что ваш ангел-хранитель пытается утешить вас или подтвердить ваше присутствие. Ароматы, исходящие от ангелов, обычно очень чистые и свежие. Они могут напоминать вам о счастливых моментах из прошлого или же вызывать внезапные порывы ностальгии и глубокого душевного спокойствия. Далее вспышки света и мерцания. Один из самых загадочных и волнующих признаков присутствия ангела-хранителя является наблюдение за неожиданными вспышками света, солнечными лучами, мерцаниями или бликами. Эти явления могут происходить даже в полной темноте или внутри помещения, где нет прямых источников света. Ангелы часто используют свет как средство передачи энергии и информации. Световые сигналы могут быть способом наполнить вас новой энергией, укрепить дух и дать силы для преодоления предстоящих испытаний. Видение света, особенно в моменты грусти или усталости, может быть также напоминанием о том, что вы не одиноки. Ваш ангел-хранитель находится рядом, защищая вас и поддерживая. Или если вы думали о каком-то важном решении или вас мучили сомнения и вдруг проявляется свет, это может быть знаком, что вы на правильном пути. Это подтверждение того, что выбранное направление или мысли верны. Далее необычное поведение младенцев и домашних животных.
Младенцы и маленькие дети обладают уникальной способностью чувствовать присутствие духовных сущностей, таких как ангелы-хранители. Их поведение может резко измениться без видимых причин. Они могут начать смеяться, указывать в пустоту или вдруг утихомириться без плача. Это может быть связано с тем, что они видят или ощущают присутствие ангела, который пришел к ним с миром и утешением. Если ребенок вдруг начинает весело указывать пальчиком в пустое место или взаимодействовать с кем-то, кого вы не видите, это может быть знаком того, что он видит своего ангела-хранителя. Младенцы, которые внезапно перестают плакать и улыбаются, смотря куда-то за пределы видимого, возможно, чувствуют защиту и любовь своего ангела. Домашние животные также чрезвычайно чувствительны к энергиям и могут вести себя необычно при присутствии ангела-хранителя. Их поведение может быть особенно показательным, поскольку они реагируют на изменения в домашней атмосфере, которые человеческий глаз не в состоянии уловить. Если ваш питомец вдруг начинает смотреть в пустоту, следить за чем-то невидимым глазами или даже лаять или мурлыкать в пустое пространство, это может быть реакцией на присутствие ангела. Животные могут вести себя так, будто играют или общаются с невидимым собеседником. Например, кошка может внезапно начать играть с пустым углом или собака радостно вилять хвостом, смотря на пустую стену. И это проявление, будь то от младенцев или животных, следует воспринимать как дружеские напоминания о том, что мы не одиноки и нас всегда поддерживают наши ангелы-хранители. Принимая и ценя эти моменты, мы укрепляем свою связь с высшими силами и учимся доверять невидимому присутствию, которое защищает и направляет нас в жизни. Далее ангельская музыка. Музыка является одним из самых загадочных и волшебных способов коммуникации между ангелом-хранителем и людьми. Ангельская музыка, которую некоторые людям удается услышать, не просто звуки, это сообщения, наполненные глубоким смыслом и эмоциями. Если вдруг, находясь в полной тишине или даже в шумном месте, вы уловите нити чарующей мелодии без видимого источника, знайте, что это ваш ангел-хранитель обращается к вам. Также вы можете наслышать какие-то мелодии, песни. Это имеет особое значение именно в моменты, когда вы нуждаетесь в поддержке или в руководстве. Кроме того, такие мелодии могут повторяться в ключевые моменты жизни, напоминая о поддержке и защите, которая всегда с нами. Ну и последний признак – это основа всех знаков – это вера. Вера является фундаментом, на котором строятся все остальные признаки присутствия ангела-хранителя в вашей жизни. Это не просто убеждение, это глубокое чувство, что за вами стоит несокрушимая поддержка и неизменная забота со стороны вашего небесного покровителя. Вера в ангелов-хранителя открывает двери глубокому пониманию того, каким образом высшие силы влияют на вашу повседневную жизнь. Самый надежный способ ощутить присутствие ангела – это общение. Говорите с вашим ангелом-хранителем каждый день. Рассказывайте о своих проблемах, радостях, победах и поражениях. Не забудьте выразить благодарность за его незримую поддержку и защиту. Помните о том, что ангел-хранитель, он всегда с вами, и ваша задача – просто идти своей дорогой, своим путем. Вот теперь, друзья, вы знаете о 12 признаках присутствия ангела-хранителя в вашем доме и в вашей жизни. Прямо сейчас, друзья, поставьте лайк этому видео, а в комментариях поблагодарите ангела-хранителя за то, что он есть в вашей жизни и вам помогает. Ему, поверьте, будет очень приятно. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!